Эти 40 новых «Лада Гранта» отправятся в больницы и поликлиники Тольятти, Жигулевского, Камышлинского, Елховского, Челновершинского и других районов Самарского региона. Ключи от машин неотложной помощи медикам вручил губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что автопарк учреждений здравоохранения обновляется на системной основе. С 2018 по 2023 годы поставили 242 автомобиля скорой медицинской помощи и 576 машин для оказания неотложной помощи. Это в первую очередь сказывается на оперативности и качестве предоставления медицинских услуг. Я этому очень рад. Конечно, это способствовало и достижению показателя, важнейшего показателя, это продолжительности жизни населения Самарской области. Мы уже превысили показатели допандемийные здесь. И, конечно, за это еще раз хочу поблагодарить наших врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, санитаров и санитарочек, и, конечно же, водителей. Благодаря вашему профессионализму помощь действительно приходит скоро. Закупка транспорта прошла в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Автомобили будут использовать для оказания неотложной медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий на дому, вакцинации, доставки лекарственных препаратов нуждающимся маломобильным людям. Безусловно, машины отвечают всем нашим требованиям, они комфортны. И главное, да, они обеспечивают необходимую доступность нашей медицинской помощи, особенно в рамках первичного звена. За последний год мы фактически обновили на 95% автопарк. Мы в непосредственно нашей больнице построили приемно-диагностическое отделение и запустили его в декабре 2022 года. За 4 года получили мы более 600 единиц оборудования. Всего в этом году планируется поставить в учреждение первичного звена здравоохранения региона 97 машин, 80 «Лада Гранта» и 17 «Лада 4х4». Светлана Кудрявцева, «События».